ваше задание, которое вы мне написали. О, я представляю, что у меня получится. Я буду как обезьяна. Ну что, время одеваться. Я всегда очень сильно волнуюсь, но это мне всегда, так что... Всем привет, ребята, в моем канале Sony LifeLex. Сегодня у меня соревнования, и я всегда очень сильно волнуюсь, но это мне всегда, так что... Поддержите меня лайком, ну, сейчас мы будем уже собираться и ехать, и да, и собираться. Надеюсь, вам понравится это видео, не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, ставить лайк. Сначала мы сейчас накрасимся, потом сделаем прическу, потом оденемся, потом будем уже выезжать. Время одеваться. Осталась только прическа. Ребята, пока мама мне будет делать прическу, вот, я зайду в Инстаграм, ну, так как вы знаете, что я планирую снять видео, делаю, как там это сказать, мам, помоги! Выполняю задание. Выполняю задание от подписчиков, и сейчас, я сейчас буду читать ваши ваши задания, которые вы мне написали. Так, сделаю макияж за 10 секунд. О, я представляю, что у меня получится. Я буду как обезьяна. Покажи, как ты сдаймаешь... Так, по-украинскому. Покажи, как ты сдаймаешь свои видео на YouTube. Ну, может, снимаешь. Да. Так написано. Ну, хорошо. Ну, просто мама мама меня снимает, я говорю, а потом она монтирует, выкладывает на YouTube. Так, сделаем макияж за 5 секунд. Ого, это уже невозможно. Прими душ в одежде. Ну, вот это вот я... Ну, будет интересно. Съешь кусок... чеснока. Фу, я не люблю чеснок, особенно такой ломтиками, как это называется. Фу, это, надеюсь, я буду запивать. Угадай предмет на ощупь. Ну, хорошо. Надеюсь, мама мне положит предмет легкий, да? Не знаю. Сделай смешное фото и выстави в Инстаграм на 24 часа. Ну, вот это прикольно. Мне нравится. Бегай по улице, как птичка. Тоже ничего так. Так, не тряси головой, пожалуйста. Так, что следующее? Съешь лимон целиком со шкуркой. Фу, не люблю шкурку. Я это ем лимон. Ну, я люблю кисло, но я все равно ем его с сахаром. Съешь лимон целиком со шкуркой, изображая радостную эмоцию. Класс! Закричи на всю улицу Лунтик Топ! Лунтик Топ. Ребята, соревнования эти будут не как всегда. Там будет очень мало команд и вообще нет, совсем чуть-чуть дуэтов. Ну, там в основном будут все сольники и у меня контемп. Ребята, тут остался легкий бардак после сборов. Ну что, поехали. Thank you.
Результат пополнения в моей коллекции было волнительно, страшно. Надеюсь, вам понравилось. Не забудьте подписаться на колокольчик и ставить лайки.